Красивые ягодицы – мечта многих женщин. Но не всем повезло от природы. Сегодня мы раскроем секрет упругой попы с помощью быстрой 10-минутной тренировки с резинкой. Не расстраивайтесь, если у вас нет специальной фитнес-резинки. Можно выполнять упражнения без нее. Главное – начать и не сидеть на месте. Ваши мышцы будут гореть. Вы уже заряжены? Погнали! Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самое интересное. Отведение ноги назад стоя. Разместите фитнес-резинку вокруг лодыжек. Руки держите перед собой в замке или упритесь, например, в стену. Слегка наклонитесь вперед корпусом, перенесите вес на правую ногу, а левую отставьте назад. На выдохе отведите левую ногу назад до упора, чувствуя напряжение в ягодицах. Следите за тем, чтобы поясница не напрягалась, а вес тела держался только на опорной ноге. Сделайте 2-3 подхода по 20 раз на каждую ногу. Отдых по 15 секунд. А у вас есть резинка для фитнеса? Похвастайтесь нам в комментариях. Мертвая тяга на одной ноге. Это отличное упражнение для подтянутых ягодиц. Встаньте прямо, зацепите резинку за опорную правую ногу. Левую ногу отведите назад. На вдохе опуститесь вниз, отводя немного таз назад. Колено не должно выходить за носок. На выдохе поднимитесь, напрягая ваши мышцы ягодиц. Чем ниже вы опускаетесь, тем лучше растягиваются мышцы. Сделайте 2-3 подхода по 20 раз на каждую ногу. Отдых 15 секунд. Легающийся ослик. Накиньте резинку на правую лодыжку и зацепите ее за левую ступню. Встаньте на четвереньки. Поднимите левую ногу до параллели бедра с полом. В верхней точке задержитесь на несколько секунд и вернитесь в исходное положение. Выполните 2-3 подхода по 20 раз на каждую ногу, опять-таки с отдыхом в 15 секунд. Ставьте лайк, если понравились упражнения. Обязательно попробуйте их. Мы очень старались. Боковые шаги с резинкой. Разместите фитнес-резинку под коленями и встаньте в позицию четверть приседа. Именно вот так. Руки держите перед собой в замке. На вдохе сделайте широкий шаг вправо и приставьте ногу. Затем широкий шаг влево и приставьте ногу. Повторяйте упражнение 2-3 подхода по 20 раз. Пловец. Для выполнения этого несложного упражнения поместите резинку под ягодицы и ложитесь на пол. Сделайте упор на локти. Совершайте быстрые махи прямыми ногами, так, будто вы плывете. Сделайте акцент на ягодичных мышцах. Сделайте упражнение 2-3 подхода по 30 раз. Вот и все, друзья, отличная тренировка получилась. Повторяйте ее раз в 2 дня, питайтесь правильно, и уже через 2 недели, я вас уверяю, вы увидите первый результат. Подписывайтесь. До скорого!